Так, сегодня будем изучать вычитание одних объектов из других или их добавление. Например, создаем боксик. Создаем сферу. И идем в закладочку, там, где у нас обозначены стандартные примитивы. Нам нужна третья по счету, Compound Object. Здесь нас интересует, самое мое любимое, это про Boolean. Есть Boolean, это более старая версия, ей уже лет 20. А про Boolean достаточно свежая. И она самая удобная и кайфовая. Итак, выбрали объект, нажали команду про Boolean. У нас появилось такое вот замечательное меню. Значит, начнем с серединки. Объединение, вычитание, высечение, то, что осталось, будет оставаться между объектами. Например, как оно действует? Возьмем Subtraction. Нажимаем Start. И нажимаем на объект, который у нас будет вычитать. Имеем в результате такую вот шняву. Ctrl-Z. Если мы используем Union, объединение, вот у нас стал один объект, который объединил. Очень удобно в этом пользоваться случая Alt-X, очень хорошо видно, что происходит в середине, нету ли там лишнего чего-то. И второе, что, наверное, третье по частоте используемости, вот этот, вот получился у нас такой огрызочек. Дальше, объекта у вас может быть сколько угодно, они могут быть любой формы. Может быть, сочетание с этим объединяем, а с этим вычитаем. Самое интересное про булина, отличие от обычного булина, в том, что у вас хранится такая вот своеобразный стек. Вот. Вы можете нажать, например, на сферу. Вот она у вас появилась. Можете добавить полигончиков, можете их убрать. Можете изменить радиус. Вот. Можете сферу подвигать. Можете взять другой объект. Вот он. Можете точно так же изменить количество полигонов. Можете также его двигать. Если в процессе работы вам какой-то объект не нужен, вы его можете вынуть. Вот команда remove. И вот команда extract. Все, этого объекта уже здесь нет. Ну вот. Есть команда, например, удобная instance. Выбираем объект, делаем extract, находим наш шарик, отодвигаем, и мы можем с ним играться. Вот этот эффект про Boolean пока не наблюдался мною,
в браше, в фьюжене. В Майе такого вообще понятия нету человеческого, потому что то, что у них на Танибуле, многие майщики вынуждены использовать ZBrush практически только из-за человеческого булина, потому что ZBrush он намного круче, чем Майя. По сравнению с Fusion 360, либо там SolidWorks, Compass и прочими программами инженерными, чем-то схожими друг на друга, есть как преимущества, так и недостатки этого пробулина. Значит, в дальнейшем вы многие сами найдете основные недостатки, например, пробулина в Максе. Если вы назначите радиус сглаживания, например, во Fusion 360, либо там, не знаю, SketchUp, вы потом сможете двигать этот объект, и у вас ваше сглаживание будет оставаться, то есть вы сможете назначить чамфер сюда. А в Максе проблемы с чамфером, то есть у вас должна быть фигура достаточно простая, либо вам надо потом назначать чамфер отдельно, но как вы видите, он назначается не только на выделенную грань. Если в Fusion, например, вы можете показать на этот чамфер, я хочу с одним радиусом, это с другим, этот с третьим, и вы будете двигать объект, и у вас этот чамфер будет точно так же меняться, то здесь чамфер он назначается на все. И это очень большой недостаток. Обычно чамфер я использую в конце. Вот. Иногда можно немножко схитрить с помощью таких вот радиусов. Сейчас подберем. Вот то, что больше 91, ой, вот таким образом можно. Но обратите внимание, ну тут поставим, не знаю, 360. Таким образом иногда можно исхитриться, но если очень много пересечений или они может быть под другим углом, то видите, здесь уже не совпадает. Тогда, возможно, есть смысл применить еще один чамфер и искать вот этот вот угол. Там, например, 120 и 91. Ну, видите, его не так-то просто и найти. Как видите, есть в этом определенные недостатки. Поэтому я чамфер предпочитаю назначать в самом конце. Вот, либо делать Edit Poly модификатор, выбирать Edge, на который вы хотите его применить. В дальнейших уроках мы будем это более детально изучать. Вот. Поэтому это большой недостаток. С которым приходится мириться.
Fusion 60 вы совершенно спокойно можете двигать эти объекты. И за редким исключением у вас могут эти чамферы слетать. Но во Fusion 360 вы не можете достать объект из объекта, если вы удалили history, либо она у вас отключена в процессе создания. Там многие функционал очень сильно меняется, если вы отключаете history, у вас появляются некоторые фишки, которые невозможны при включенном функционале history. Дальше. Что благодаря этому пробулину можно сделать? Например, мы можем создать какой-нибудь болт, например, и гайку с контролом движется равномерно по двум осям. Третья ось задается потом. Теперь мы назначаем модификатор твист. Вот. На бокс мы добавляем дополнительные грани. Включаем наш твист. Там, например. Добавим еще грани. За что я люблю модификаторы в Максе, которых мне не хватает в других программах. Назначаем сглаживание. Например, мой любимый Turbo Smooth. Вот и видим, произошла такая вещь. Возвращаемся. Ой, вот так вот его поставим наверх. Возвращаемся к боксику и добавляем грани. Вот получилась такая вот штучка. Можем еще больше закрутить. Ну, к примеру. На самом деле, способы создания резьбы есть другие, более правильные. Это просто как пример вычитания объектов из объектов. Дальше. Теперь нам нужна гайка. Гайку есть разные способы сделать. Покажу, как ее сделать из примитивов. Вид сверху, буковкой Т. Сделаем боксик. Или лучше всего, не, самый простой, это все-таки, наверное, цилиндрик. Ставим себе, 60 градусов, 6 граней. Вот, и имеем два таких объекта. Нажатием Alt-Q мы их изолируем для удобства. Теперь нам надо их как-то совместить друг с дружкой. Мы можем это сделать с помощью привязки. Выставить наверх. Вот у нас получился такой вот болтик. Дальше дублируем Ctrl-V объектик, пододвигаем его, делаем так, чтобы у нас вот это все помещалось сюда, например, поставим 40. Вот так вот, это у нас будет, так сказать, резьба. Либо мы можем использовать продвинутые примитивы. Да, что ж такое.
у нас, что у нас еще может подойти? Ну ладно. То есть в результате это будет у нас верхняя часть, это нижняя, и нам желательно сделать скосы. Скосы можно сделать вычитанием одного объекта из другого, но пока мы будем изучать самые простые способы. Значит, дальше что мы делаем? Используем наш любимый ProBoolean, ставим добавление и добавляем их по очереди. Вот получился у нас такой вот объект. Теперь нам нужен, например, вот этот цилиндрик. Мы его возьмем копи. Вот. Это будет у нас гайка. Значит, нажмем Ctrl-V. У нас получилось два объекта. Теперь берем гайку. Из гайки мы уже будем вычитать. Вот она. Наш болт. Вот что мы получили. Ну, оно так квадратненькое получилось, потому что мы использовали самый простой способ. В дальнейшем все это дело делается по-другому. Но на этом уроке мы будем использовать самые-самые простые команды, предметы. Например, здесь у нас вот такой вот боксик. Мы можем наделать с него много интересных вещей. Например, сделаем с помощью буллина домик. Так, ну ладно. Не. Включаем наш ProBoolean и делаем вычитание. Теперь также мы частично используем сегодня уроки по полигонам, которые в дальнейшем будут более подробно рассматриваться. Превращаем правой клавишей мыши этот объект в объект поле. И нам нужна вот эта вот команда. Выделяем, delete, выделяем, delete, 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 delete. В принципе, на этом мы можем изучить и остановить изучение полигонального моделирования на этом уроке.
Добавим сейчас команду shell, которую мы на прошлом уроке не рассматривали. И делаем стены. Это движение наружу. Вот. Это движение вовнутрь. Обратите внимание, что очень часто объекты могут исказаться. Экструдирование. Это недостаток этой команды shell. Он не так корректно работает, как, например, Fusion 360, там SolidWorks и так далее. Вот. Иногда оно можно исправить вот этой вот галочкой. Вот мы получили такие стены. Из-за того, что мы объект конвертировали в поле, у нас нету сейчас боксика, который мы могли бы двигать. Вот. В дальнейшем движение, ну, наверное, все-таки изучим. Мы можем делать таким образом. Выбрать вертексы. Либо полигоны, ну, в данном случае удобнее вертексы, выбрать всю эту сторону и, соответственно, двигать. Включаем галочку, она позволяет отображать конечный результат. Видим, что у нас происходит какой-то артефакт, поэтому мы можем откатиться. Вот. Дальше, если мы хотим добавить еще окошек, тут есть возникает небольшой нюанс. Временно удалю shell. Значит, если мы будем делать пробулион на таком объекте, у которого нету замкнутых полигонов, то есть в данном случае это у нас отверстие, у нас есть только внешняя часть боксика, то пробулин работает иногда довольно специфически. Например, сделаем, ну ладно, пускай будет тот же боксик. Мы делаем еще одно окошечко, делаем пробулин с абстракшн. Вот что у нас получается. Превращаем его в поле. Снова нам нужны полигоны. Выделяем их, удаляем. Назначаем наш shell. Вот. Второй способ — это когда мы берем прямо сюда, назначаем пробулин, берем, создаем какой-нибудь объектик, не знаю, ой, и теперь нажимаем Subtraction. Все правильно. Вот у нас получилось вот наш. Мы можем его двигать. Вот. Но теперь наш shell находится в закладке Box. Мы его можем по-прежнему двигать. Как в одну сторону, так и в другую. Вот. Два способа.
Кроме того, начнем дальше по менюшечкам. Разные способы объединения, вычитания и так далее. В основном самые используемые вот этих три. Дисплей. Тут мы видим результат, который у нас получился. Но мы можем включить operands. И мы можем видеть наш объект. То есть мы можем сделать, например, несколько боксиков, несколько вычитаний. Делаем. Вот. Для чего удобен этот операнс? Когда у вас много разных объектов, добавления или вычитания, иногда в этом стеке их трудно найти. Вот, поэтому вы нажимаете на Proboolean, на команду Operands, и нажимаете на тот объект, который вам нужен. Потом выключили, ну и можем спокойненько себе двигать его. Вот такого вот удобства Proboolean'а, за исключением, наверное, Fusion'а из Rush'а. Ну и еще парочки программ нигде не наблюдается. Например, сейчас я хочу выровнять все окна, все двери. У меня есть этот Proboolean. У меня есть этот боксик. Вот он. Я могу на него назначить модификатор Edit Poly. Вот он назначился. Здесь у меня появляются вертексы, полигоны. Ну вот. Мы с вами пока изучаем вертексы. Недостаток единственное, что вот возьмем, видите, без операнса я не выделил одну точку. Вот сейчас я выделю все. Ой, прошу прощения, вертексы. Сейчас я выделю вертексы. Вот я посмотрел, что они все есть. С привязочкой обязательно, чтобы было здесь включено, обязательно здесь пододвину. И вот у меня получилось выровнять окошечко. Теперь выровняем вот эти окошечки. Так, можем здесь перейти, я тут помню название, либо можем таким образом перейти, назначая вначале на букс, нас, включаем operands, включаем эту команду, и есть маленький нюанс. Мы можем клацать несколько раз, и оно будет переключаться у нас по стеку до тех пор, пока не дойдет до того объекта, который нам нужен. То есть здесь может быть очень много разных объектов, надо следить за ними. Удобнее, конечно, если вы их будете как-то логично называть, например, окно 2, 3 и так далее. То есть вы всегда можете переименовать его. Сейчас у нас переименован объект. Значит, вот наше окно. Берем, назначаем поле. Берем, опять возвращаемся к нему, потому что оно нам скидывало. И теперь выделяем наши вертексы.
Alt X V и пододвинули. И пододвинули. Вернулись на нашу команду и смотрим результат. Можем также этот объект переместить. Чем удобен Edit Poly? Вот. Мы можем под ним менять операции, например, такие как радиусы. Ну да, это правда подключивает. Это у нас неудачный объект. Но если мы добавим количество полигонов, а именно изменим вот эти вот сегменты, то у нас из-за того, что мы двигали объект по вертексам или полигонам из-за вот этой команды, оно все слетит. И у нас может получиться не очень красивая вещь. Чтобы этого избежать или исправить, мы вот этот Edit Poly удаляем. Но теперь нам заново надо отредактировать высоту. Включаем вертексы. Ой, надо включить вначале. Так удобнее. Включаем вертексы. Привязочку. Вот. Возвращаемся и смотрим на результат. Почему я люблю комбанду, когда объект instance? Вот это вот. Потому что в данном случае я могу выделить этот туб, нажать инстанс, нажать экстракт, вот он у нас, отодвинуть его немножко в сторону и развлекаться непосредственно с ним вот так. Такой фишечек я не замечал в других подобных трехмерных программах, даже в моем любимом Fusion. Самое смешное, если вы будете двигать объект таким образом, у вас здесь ничего не изменится. Но если вы возьмете движение какую-либо из этих, либо вертексы, либо полигоны, выделите весь объект и будете двигать его вот так вот, то у вас произойдет такое вот изменение форм. Если вы выключите Edit Poly, у вас все вернется в базовое состояние. Например, берем наш чайничек. Ой, пардон. Нам вот это, например, не надо. Берем команду slice, рассмотренную на предыдущем уроке. Нажимаем сюда, пододвигаем и делаем remove. Вот, получили такую обрезанную детальку. На нее назначаем, где наш shell, так вот он,
Получили тарелочку. Берем еще раз чайничек. Так, этому чайничку что мы сделаем? Ну, например, что-то интересненькое. Возьмем цилиндрик. Сделаем его какой-нибудь длины. Добавим ему полигончиков. Добавим ему полигончиков сюда. И возьмем модификатор. Например, вот этот. Добавим ему количество точек. Вот, что нам это даст? Значит, переключение горячей клавиши единица. То есть вы каждый раз можете раскрывать этот параметр, ну, либо можете единицей перемещаться. Соответственно, двоечка, троечка. Ну, о них забудьте. В основном вам тут нужна будет единичка. Включаем масштабирование. Так. Теперь берем сюда. Назначим, срежем немножко верхушечку нашим слайсом. Единичка. Можем двигать. Remove. Можем немножко подмасштабировать. Назначаем команду shell. Вот. Зададим какую-нибудь толщину. Вот, обратите внимание, артефакты появились. Можем чуть-чуть пододвинуть. Вот. Теперь совмещаем их. Нам надо эту точку совместить с центральной точкой. Нажимаем Alt-X, нажимаем объект, совмещаем их, так чтобы он был по центру. Ну, можно добавить чуть-чуть радиуса, длину. Вот. Теперь берем, выделяем наш объект, делаем наш пробулин, берем добавление. Вот, когда вот такое вот происходит, ну, ставим клавишу не удалять эйджики. В дальнейшем я покажу, как он бороться с этим артефактами. Очень часто бывает, объект выворачивает наизнанку. В данном случае нам иногда может помочь модификатор нормал. Но в данном случае не поможет, тогда делаем по-другому. Edit Normals. И у нас все стало плавненько, красиво. Вот у нас получился такой, скажем так, фужерчик. Так, берем еще один цилиндрчик, создадим. Такого количества точек нам не надо, хотя можем поиграться дальше.
Так. Совмещаем. Берем два объекта, выделили с Ctrl Alt Q. Либо можем играть, работать со слоями. Так. Вот у нас сейчас ситуация складывается, когда мы, например, не можем, или нам неудобно, или ни к чему привязаться. Вот. Потому что цилиндр, он не, нету такого сведения в точку граней, как, например, здесь. В данном случае нам пригодится команда, которую мы уже использовали, Align. Вот она. По умолчанию она вот находится здесь. Выделен у нас объект, и выделен объект, которому нам его надо выровнять. И точно так же, как мы ранее делали пивоты, мы выравниваем один объект по-другому. Пивот по пивоту, либо центр по центру. Вот, вот что происходит. Разные способы выравнивания. Вот дальше. Галочки. Если у нас стоит объект на нужной высоте, и нам не надо выравнивать по оси Z, мы ее убираем. Окей, это нам не надо. Теперь мы его взяли, пододвинули. При масштабировании следите, чтобы у вас стояло либо это значение, либо это. Но если у вас пивоты смещены, например, на грань, то у вас масштабироваться будет от той точки, где находится у вас пивот объекта. Так, назначим Tombus Mesh. Вот, проблемка возникает из-за того, что здесь вовнутрь нету граней. Tombus Mesh, как и в принципе Mesh Smooth, действует по принципу, чем ближе одна грань находится к другой, тем сильнее идет натяжение. Видите, как оно пытается растягивать. То есть оно всегда пытается усреднять. Дешевый способ и быстро это все исправить, это включить, если у вас назначены группы сглаживания, и нажать несколько раз. Либо использовать команду chamfer. Вот. Дальше с ней немножко придется поиграться. А именно с вот этими вот значениями. Вот у нас получилось определенное скругление. Сегментов так много нам не надо. Вот мы добавили. Еще тут у чамфера есть замечательная функция. Ну, вообще советую все эти вот поизучать. Вот. И теперь назначить, ну еще можно еще один чамфер назначить.
разные способы. Что нам это даст? Когда мы назначаем трубу сглаживания, у нас получается какая-то определенная фигура. Некрасиво вот это вот все портит. Ну, в процессе пробулинга кстати он у нас должен был остаться, вот он, добавить этот объект к этому объекту. Ищем наш edit normal. В результате получили такой стаканчик. На него также можем назначить сглаживание. Обратите внимание, появляются такие вот артефакты. Вот. Иногда помогает команда weld. Vertex weld. Вот. В основном это происходит из-за того, что у нас здесь создались такие в процессе разрезания такие объекты. Чтобы их вылечить, нам надо сделать следующую операцию. Зайти до этапа slice. Можем это все выключить. Вот наш теопорт. Сделать экстракт. Вот он. Мы видим вот эти вещи, которые нам мешают. Они происходят из-за вот этого разрезания. Вот. Чтобы это избежать, нам надо сделать следующее. Назначить edit поле и выбрать вот эти точки, грани, которые нам мешают. Вот эти вот точки и remove. Работа нудная, но это нам позволит избежать артефактов. В простых фигурах это обычно не возникает. Что мы видим? Мы видим нормальный сглаженный объектик. То же самое здесь. Обращаем внимание. Возвращаемся к нашему пробулину.
get poly. Вот оно наше. Это происходит из-за того, что у нас разное количество граней. Кстати, одно из преимуществ Fusion 360, там нет таких вот артефактов. Ну и в ZBrush. Поэтому в Max'е довольно много ручной работы. Вот. Ну, это при данном способе создания объектов. Потому что способы создания одной и той же детали иногда рассчитывает, можно насчитать до 10 способов. Например, этот стакан можно создать, ну, наверное, 5 разными способами. Дальше. Наш TurboSmooth делает такую вот подлость, он затягивает по-разному объекты, грани. Мы можем добавить грани. Вот. Либо удалить. Вот. Обратите внимание, если вы просто нажимаете Remove, у вас есть такие точки. Если вы нажимаете Remove с Ctrl, у вас этих точек нету. Рекомендую использовать Remove с Ctrl. В результате у нас получается здесь такая мягкая, плавненькая линия. Там, где мы не убрали, есть артефакты. Ну, такой вот можно сделать фужерчик. Либо мы можем сделать следующий объект на основании известных нам модификаторов. Например, добавить тут хотя бы с десяток, тут и тут 8. Что нам это дает? Например, фужерчик. Выделим вертексы. Delete. Обратите внимание, происходит какая-то неприятная вещь. Вот это вы экструдируете вовнутрь.
Вот это вы экструдируете наружу. Теперь вы можете сделать, например, ручку. Назначаем модификатор, например, FFDBox. Таким образом вы можете сделать какую-нибудь форму. Пробулем. Вернем. Обратите внимание. Все, у вас получилась какая-то тара. Таким же образом вы можете сделать, например, что-то более сложное. Например, берем цилиндрик. Назначаем на него большее количество, поставим тут тоже надо побольше. Делаем боксик. Используем наше совмещение объектов. Делаем
какую-то длину. Добавим немножко сегментиков. Берем наш любимый FFG-Box. Делаем еще шире. Так, теперь делаем следующее. Из этого объекта высекаем объект вот этот. Ставим subtract. Вот. Теперь к этому добавляем union объединение. Это и это. Ну, таким образом мы получили простенькую авторучку.